Это Слендер, ребята, вон он, посмотрите какой! Это Слендерман! А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, и сегодня мы будем играть в игру, такой страшный лифт, страшный подъемник, так что смотрите, кого мы можем увидеть, вот такого хвостика, вот такого, вот такого, даже Слендер здесь, ребята, есть, посмотрите, здесь даже есть Слендер, да-да-да, ну что ж, давайте зайдем в лифт. Ребята, ай-яй-яй, вот он, посмотрите, какой идет, какой доктор. Это я знаю. Все, я проиграл. Меня он убил. Ребята, он меня просто убил, этот доктор. Как так получилось-то, а? Он меня просто убил, этот доктор. Так, подождите. Я хочу назад в лифт. Опять меня убил, Вы видели, какое у него страшное лицо? Кошмар, это просто очень что-то страшное. Хочу назад в лифт. Пустите меня, пожалуйста, назад в лифт. Хочу назад в лифт. О, отлично. Все, мы едем дальше. Короче, мы едем дальше и смотрим, что у нас здесь. А куда мы едем точно, никто не знает. Музыка играет. Очень страшная, кстати. Так, приехали. Почему я вылез из этого? Я хочу назад. Это типа лифт такой. А почему я вылез? Кто здесь? Вон он идет, я вижу. Что-то очень страшное, ребята. Сейчас что-то будет очень страшное. Вот он, это Шрек. Это страшный Шрек, ребята, убегайте. Убегайте от страшного Шрека. Ребята, страшный Шрек. Вон он всех убивает, посмотрите. Он охотится за моими друзьями. Вот он, страшный Шрек. Спасите меня, спасите. Спасите, спасите, все, он меня сейчас убьет. Спасите от Шрека. Ребята, вот он. Он не может в дом попасть. Ха-ха-ха. Ты не можешь в дом попасть. Так что мы отлично спасаемся все здесь. От этого злого и нехорошего Шрека. Ну что, наш лифт едет дальше, ребятки, или не едет? Ну? Вау! Отлично. Продолжаем нашу локацию. И Шрек нас не убил, и мы продолжаем играть в игру дальше. Музыка такая страшная. Куда же мы сейчас приедем с вами, ребята? Куда же мы сейчас с вами приедем, скажите? Приехали. Так, и где мы? Опять этот чувак, посмотрите. Мы его видели в первом уровне. Опять этот чувак. Вот он, наверное, оттуда выходит, из этих... Вот он, ребята. Вот этот чувак. Посмотрите, вот этот чувак, который убивает всех. Что будет, если к нему в дом зайти? Да ничего такого страшного не будет. Он зашел в лифт, ребята, и всех здесь в лифте убивает. Давайте станем на поручень, чтобы нас не затронул он. Все, ребятки. Лифт. Ребята! Музыка поет Слендермен. Наверное, мы сейчас увидим Слендера, ребятки. Слендермен, ту-ту-ру-ту-ту-ру-ту. Слендермен, не боимся мы никакого Слендермена. Нам Слендермен нипочем. Нет, это не Слендермен, это какие-то... Это какое-то что-то другое. Ребята, вот он, напал на меня. Убил меня, все. Опять он меня уничтожил. Давайте посмотрим, что это там.
Опять меня убил! Какой-то такой... Я даже не понял, что это. Он меня сразу же убил, ребята, сразу же. Так, ну ничего. О, ребята, слышите, какая страшная музыка. Вы только послушайте, ребята! Какая страшная музыка! Что же делать мне? Дайте куда-то мне, пожалуйста, уйти. Я испугался, я хочу домой к маме. Пожалуйста, отпустите меня назад к маме. Что это? Здесь какое-то было убийство. Здесь куча крови и какие-то записки. Ребята, девочка начинает петь. Все попрятались, испугались. Это Слендер, ребята, вон он, посмотрите какой! Это Слендерман! Ребята, это Слендермен был, это был Слендермен, это был Слендер. Ужасно напугал он нас, ужасно, просто перепугал. Фух. Едем дальше. А что это ты упал? Так, продолжаем мы нашу поездочку на вот таком вот лифтике. И все у нас отличненько. Бам-бум, 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 бам-бум. Давайте меня не напугать. Давайте следующего какого-то чувачка. Давайте, 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 давайте. Ну, кто здесь? Я не боюсь. О, страшно, ребята. Какая-то комната. Ребята, здесь какой-то убийца. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, здесь какой-то убийца живет. Где он? Где он? Вот он, вот он. Он чуть меня не зарезал, ребята. Посмотрите, вон он с мечом. Вон, смотрите. Он режет всех, смотрите. И меня зарезал, и меня зарезал. Как так-то получилось, что ты меня зарезал? И, ребятки, я хочу вас предупредить. Если вы малыш какой-нибудь, то вам лучше не смотреть такое. Потому что вам будет страшно. И вдруг вам ночью приснится какой-нибудь такой страшила. Какой-то слендер или еще что-то. И вы можете очень сильно испугаться. Ну, а если вы не боитесь такого мультяшного, всякого страшного, то тогда прошу вперед. Смотрим видосики и комментируем. Ну, кто у нас сейчас? Кто у нас сейчас будет в лифте? Давайте. Я готов. Ой, ребята, темно. Где это мы? Ребята! Чаки, это Чаки, это кукла Чаки. Все. Ребята, кукла Чаки нас убила. Это ужасная кукла. Ужасная кукла, которая... Ай! Напугала меня до смерти второй раз, ребят. Напугала меня эта кукла. Опять на меня напала меня Чаки, кукла опять меня съела. Да что ж такое мы будем делать с вами? Давайте быстренько перейдем сюда и здесь. О, музыка. Ребята, какая страшная музыка. Ну что ж, погнали. Кто здесь? А, это опять эта девочка, которая будет сейчас всех резать. Или мальчик, который проснется здесь и скажет: отдайте мне, go to sleep. Вперед быстро спать. Вон, посмотрите, рубит всех моих друзей ножом. Изрубит сейчас всех. И меня порубили опять. Да что ж такое-то? Опять меня изрубили.
Не хочу я этот уровень, я хочу какой-нибудь другой уровень. Пожалуйста, дайте мне какой-нибудь другой уровень. Просим вас. Пускай уже уходит. Закрываете лифт и поехали. Все. Отлично. Так, ну что ж, кто следующий у нас? Кто у нас следующий? Посмотрите, ребят, какая черепушка в лифте с двумя костями. Да-да-да, бывает и такое. А музыка опять страшная началась, слышите? Да-да-да. Это опять этот чувак. Опять сейчас он выйдет отсюда, посмотрите. Да? Фух, ребята, вот это я испугался. Вот это я испугался. Да ты что? Откуда он взялся, этот чувак? Фух, ужасно меня напугал. Так, дорогие друзья, ну что ж. Эпизод на канале Вечное Детство подошел к концу. С вами был Юра. Мы сегодня играли в Roblox Elevator. Ну что ж. Злой лифт мы с вами немножко поиграли. Ставим пальчики вверх, подписываемся на мой канал и оставляем комментарии. И до встречи в следующих видео, дорогие друзья. Пока-пока.